Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. И в этом видео мы хотим с вами поделиться одной практикой. Это практика на удачный день. И эту практику мы должны читать утром. Конечно, каждый из нас знает, что как день начнется, так и он и закончится. И если с утра у нас дела не ладились, то, скорее всего, и весь день будет для нас неудачным или будут происходить не те события, что изменят течение негативных наших энергий. Соответственно, мы будем раздражены, недовольны. И здесь очень важно с утра получить мощный положительный импульс. И вы знаете, есть одна практика, которая поможет нам не зависеть от случайностей, а с самого утра настроиться на удачный день. И эту практику нужно читать во время того, как вы утром умываете свое лицо. Что нужно сделать? Нужно умыть лицо прохладной водой, посмотреть на свое отражение в зеркале и прочитать 3 раза определенные слова, после чего воду с лица можно вытереть полотенцем. И обращаем еще на один факт внимания, что перед тем, как выйти из вашего дома, а точнее уже переступить порог входной двери, следует в обязательном порядке только с правой ноги. Ну а слова практики, друзья, следующие. За 3 9 земель живет пастух. Весь день на дудочке играет. Счастье привлекает, неудача отгоняет. Пусть ко мне счастье принесет, неудачу прогонит, везение пошлет. Да будет так, как я говорю. Куда бы я ни шла или куда бы я ни шел, не оступлюсь. Кого бы я ни встретил или не встретила, свое получу. Поэтому обязательно эту практику проводите, желательно каждое утро, для того, чтобы ваш день прошел прекрасно и вы не зависели от негативных каких-то ситуаций или эмоций других людей.